Чтобы создать капитал, надо приложить массу сил, потратить время, деньги. Работа в сетевой компании не принесет вам мгновенный результат. Сначала нужно терпеливо потрудиться, чтобы построить сеть. В итоге вы достигнете успеха, даже превосходящего ваши самые смелые ожидания. Пока вы сколачиваете свое состояние, вы будете наблюдать, как ваши знакомые, занимаясь наемным трудом, идут вверх по карьерной лестнице, получают хорошую зарплату, увеличивают их, берут какие-то кредиты, покупают квартиры, машины, они отдыхают на дорогих курортах. Вам даже может показаться, что у них все складывается удачно, а вы выбрали не тот путь. Что им все легко дается, а вам еще работать и работать, чтобы достичь своей цели. Не скрою, на этом фоне вы можете захотеть все бросить. Мол, как же так? У других уже вон что есть, а у меня еще до сих пор ничего нет. Этот соблазн все бросить очень велик. Но не поддавайтесь ему. Достигают процветания только те, у кого хватает мужества и терпения продолжить свой путь дальше. Конечно, прямо сейчас, слушая эти слова, вы подумали о том, что работа в сетевой компании – это удачная инвестиция, которая в результате принесет вам хороший доход. Это правда. Но вы должны четко понимать, что MLM – это не волшебная таблетка. Ни одна инвестиционная компания не может гарантировать вам доход. Никто не может сказать за человека, будет он зарабатывать большие деньги или не будет, будет ли он работать и прилагать максимум усилий, или будет сидеть и ждать у моря погоды. Вам могут дать гарантию качества продукта или услуги. А вот за то, как вы будете это продавать и как вы будете вести свой бизнес, гарантии вам никто не даст. Это значит, что только от вас, от вашей настойчивости зависит, заработаете вы или нет. Когда вы работаете в сетевой компании, у вас нет постоянного дохода, нет оплачиваемых отпусков, больничных. Никто не ведет учет вашего рабочего времени, не вызывает на ковер. Никто не может подвинуть вас вверх по карьерной лестнице или уволить, когда вы стали неугодны. В сетевом бизнесе, в отличие от работы по найму, все зависит только от вас. От ваших усилий, ваших способностей, вашей настойчивости, вашего желания стать состоятельным человеком. Это бизнес свободных предпринимателей. Вы заработаете столько, сколько посчитаете нужным и сколько вам будет не лень. В любой сетевой компании у каждого, кто в нее приходит, есть одинаковая возможность построить карьеру. Но не каждый пользуется этой возможностью. Успех в сетевом бизнесе напрямую зависит от ваших личных качеств. Самое главное из них – это настойчивость и желание, которые вместе представляют очень мощную и непреодолимую силу, способную реализовать любую мечту и привести вас к любой цели, какой бы невероятной она вам ни казалась. Вы только подумайте о тех возможностях, которые перед вами открываются благодаря MLM. Я считаю сетевой маркетинг единственным реальным вариантом в современном мире, который действительно может сделать любого человека богатым. Я не знаю ни одного другого способа разбогатеть с нуля, который давал бы такие огромные возможности обрести финансовую свободу. Благодаря сетевому маркетингу можно стать настолько богатым, насколько ты сам этого хочешь. Обеспечить свою семью всем, о чем можно только мечтать. И что еще важно, сетевой бизнес позволяет добиться успеха и в других сферах жизни. Много путешествовать, общаться с интересными людьми, стать интересной разносторонней личностью, развивать лидерские качества, реализовать естественную потребность и приносить пользу. Занимаясь сетевым маркетингом около 30 лет, я понял одну важную вещь. С его помощью можешь получить все, что захочешь. Главное – страстно хотеть, иметь ясную цель и непоколебимо идти к ней.